крутые спуски. Прыгай! Я продам за дождь, за дорого. Спускается белая сирень. И сиреневая сирень тоже. Йо-хоу, привет! С вами Екатерина Сафронова, канал Лисий Хвост. Аня, Наташа, Ваганчик. О, Бука, Бука, Бука. Дима, Вова. Так, ну и все-все-все, как у Винни-Пуха. Ну, я буду не Винни-Пуха, лиса. Так, мы идем куда-то по городу Феодосия. Нас ведут два инструктора, Анастасия и Полина. Надеюсь, будут красивые виды. Море, пляж, купание. Говорят, родников нету, поэтому, надеюсь, от жажды мы не умрем. Все, следите, идем. Видим цветущий Крым. Только что это за кустарник, я не знаю. Красивые беленькие цветочки. Низкорослый какой-то кустарник. Кто знает, что это за цветочки? Пишите в комментариях. Поделитесь с нами своей информацией, пожалуйста. Ой, дует ветер, извиняюсь за качество сразу. Наткнулись вот на такие космические шарики. Очень красиво так смотрится. Вообще, как необычный гриб этот дымовик. Здорово, такая охота подойти и пнуть по нему, чтобы из него дым повалил. Красиво цветут кусты, все в белом. Интересно, что это за кустарник? Это не миндаль случайно? Вот что значит не разбираться. И вот такой вид. Шикарно. Блин, здорово. Красота вообще. А дышится просто великолепно. Мы сейчас спускаемся к морю. Может, даже сегодня искупаемся. Пошли быстрее вниз, там много вкусного, там кормят. Крутые спуски. Надо сесть на попу и катиться. Вот зимой-то вообще класс здесь. Чик, и покатился. Подожди немножко, я поснимаю. Смотрите, камушки. Вот здесь ровненько камушки, вот здесь ровненько камушки. Вон там полоски камушек. Что-то такое, кто знает, напишите. Вон там какие-то пласты ровные специальные. Так природа распорядилась. А, ветер дует. Шли до какой-то вот такой стены. Смотрите, овраг. И что это было? Это мост, наверное, какой-то старинный мост. 13 века. Вот такую красоту мы увидали. Такие гонщики носятся, нарушают тишину. Вот, и оттуда мы и пришли.
спускались. Вот такая красота. Там коровки, здесь лошадка. Там какой-то буддийский храм, видимо. Ну а мы идем вперед. Лисий хвост! Эбинск! Привет! Екатеринбург зовут вам, конечно. Отдельный привет. Екатеринбург, присоединяйтесь к нам в походы. Мы ходим не только по Крыму, мы ходим еще и по Уралу. Ну и, соответственно, Нижний Тагил мне писал с нами тоже. Это супер. Нижний Тагил, присоединяйтесь. Да и Челябинск тоже ждем вас в гости. А мы пока идем к морюшку купаться. Это будет вообще... Ой, у меня аж мурашки побежали, ребят, реально. Все какое-то знаю, на что я сейчас подойду к морю и буду купаться. А, это прям вообще супер состояние. Фу, класс вообще, такой адреналинчик. Эндорфины пошли. Начало мая. Туманчики. Все спят. Еще. Ой, не спят, все собираются уже. Сегодня Пасха. Христос воскрес. Ой, прохладненько. И нас будут раньше кормить. Ура! Это такая приятная новость. Ночью я замерзла. Утром палаточки у нас были мокрые. Мы полотенчиком их протерли. Вот они у нас обдуваются. Да что, у меня какое-то слабое яйцо. Меня два раза победили. Один раз с этой стороны, один раз с этой. Со всех сторон победили. Вот я что-то накопил. Вот так вот. Вот такие вот у меня друзья. Блин, какие чайки здесь все-таки здоровые. Ты посмотри, она такая большая. На. Иди сюда. Иди сюда. Ты какая-то неправильная чайка.
Я ее кормила, она ко мне не пошла. Вот пошла мой хлеб лопать. Ах ты такая птица. Мне очень сильно понравились вот эти цветочки. Такое растение интересное. Ему очень, мне кажется, подходит название. Кровавые слезы. Открывается вакансия на название. Какое бы вы придумали название данному растению? Пишите в комментариях. Задорого. И в Крым перееду жить. Давай. Больше не придется на машине мотаться. Вот там Орджоникидзе. Там Орджоникидзе, там вон скала. Вот эти вот. Какой-то там разбойник или Иван да Марья, что-то такое. Вот здесь есть кемпинг. Донбасс называется. Сколько он стоит, я не знаю. Написано улица Двуякорная, 1. Цен не знаю, ну мне просто некогда узнавать. Но, если что, вот телефон, смотрите, тут есть. Телефон +7 978 874 6495. Можно здесь приехать отдохнуть. А вот здесь через дорогу болотце с лягушками. Там квакают лягушки. По весне у них, видимо, все-таки еще продолжается брачный период. Тихо. А там вон плавает какая-то птица. Очень интересно, она так плавает. Оттуда, по дорожке, смотрите, тут что строят. Гостевые дома, видимо, какие-то будут обустраивать. Телефончиков нет. Сейчас, если увижу телефончики, то поснимаю. Будет вам информация о жилье в Орджоникидзе. Жесть. Так, Морская, 39. Это адрес. Сейчас посмотрим телефончик, если есть. Улитки по стене ползают. Идем мы вот по такому стоку. Видимо, водосток. Чего он там сказал? Меня обозвали улиткой. Я не лисий хвост, я уже улиточный хвост. Заезжали сюда, в поселок Орджоникидзе, но, если честно, что-то мне здесь не очень понравилось. И мы решили уехать. Ну, как бы не только мне, с нами были еще друзья, и как бы друзья в основном сыграли такую роль, что мы решили отсюда уехать. А, оказывается, городочек очень такой, ну, он небольшой и очень такой красивый. Я сейчас оттуда мы прошли пешочком, и вот я вижу уже море. То есть, соответственно, идти недолго. Поэтому, думаю, надо как-то нам запланировать сюда поездку дня на 3 хотя бы, потому что я так понимаю, что здесь особо делать нечего. Ну, прогуляться куда-то можно. Магнолия, семейный гостевой дом. И номера телефонов. Вот, пожалуйста, номера телефонов. Недалеко вот там, где-то метров 200 есть кофейня. Мы там взяли кофе. Кстати, почем кофе? Во. 50 рублей? Лата 50 рублей. Ты себе тоже лата взял? Ясно. Так, где находится вот данный гостевой дом? Рядом с гостиницей, с отелем.
Не знаю, династия. Династия. И вот море. Вот. Так что все рядом. Первая линия, как я понимаю. Может, конечно, вторая. Я не знаю. Продают воду. Семейная живая вода. Вот позади меня этот водомет. Купили мы водичку. Закинули 10 рублей. Я залила свою. Подружка залила полторашку. И еще два человека по литру. Нормально? И не надо бутылки покупать пластиковые эти, раскидывать их везде по всему Крыму. Очень удобно, так что пользуйтесь. Хотели купить или блинчик, или чебурек. Нету безнала. А налички тратить неохота. Поэтому решили пойти дальше прогуляться. Ну вот уже кое-что здесь уже работает. Сезон потихонечку запускается. Отсюда видно хамелеон уже. Мыс Хамелеон. Кошка. Вот это похоже уличная голодаечка. Бегает за нами. И вот такой вот сытый, откормленный домашний котяра. О, сидит. Ему ничего не надо. Он не голодный, есть не хочет. За нами не бегает. А это бедная Машка. Машка! Блин, клёво! Я там бы описалась от страха! Ты бы полетела? Ну, я бы, да, конечно, сказала, я полечу! А когда бы подошло бы к делу, я бы сказала, нет, выпусти не меня, я боюсь! Вот здесь вот кафешечка, но она еще, похоже, не работает, только собирается открываться. Цена за 100 грамм, барабуля 200, ставрида 150, скумбрия 150. Ну и вот, цена за 100 грамм указана. Лепешки, ну и там то же самое. Выглядит все очень красиво и презентабельно. Здесь планируют запустить безнал, скорее всего, в конце мая, поэтому можно будет здесь оплачивать карточкой. Мы взяли сейчас два чебурека с сыром, с помидором. Попробуем, вам скажу, вкусно, нет? Красные маки там растут! Вот такую красоту мы проходим. Сегодня маршрут у нас по бережку моря. И будем проходить даже по воде. Обувь мы подготовили. Обнаружили вот такую вот избушечку с двумя счастливыми людьми, проживающими, видимо, здесь. Слушайте, класс вообще. Тепло. Развивается флаг наверху. Не знаю, что за флаг. Супер. Я бы здесь пожила. Сейчас мы пойдем вот здесь вброд. Бештанная команда.
А, вода холодная! Ну, слушайте, не так скользко, как я предполагала. Вообще, ты представляешь здесь поплавать? Надеюсь, ничего не промокло. Хотя там такие вещи. В принципе, я бы заплакала. Это был мыс доброй надежды. Наши надежды добры. Мы надеемся, что пройдем в следующий раз только по колено. Жить. Ну вот посмотрите, сколько пластика. Ужас просто какой-то. Берегите природу, пожалуйста.